Света, да, нет? Белый. Не подходи близко к тебе. А, что хочешь, телефон мой съесть? Белый, ты что это? Ну, изменил меня. Иди. Да мы уже с ним подружились, он бы это... Белый, 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 на. На, ешь, на. Видишь, какой хороший Юра хлеб постряпал. Да, Юрий Пахмутов такой хлеб печет, даже кошки не могут устоять. Олег, дрессированный кот. Дрессированный кот. Че ты бодаешься? Ты ешь давай. Да, добро. Смотри, смотри, лапой пытается. Дразница, скажи, давил. Но он ел уже, теперь передумал. Он хочет забрать просто у тебя навсегда. На, на. Сумма тебе. На, вот это оба. На, на, ням, ням, ням. Вот, вот, ешь. Все отдаю. Смотрит, вдруг ты обманул. Все, попер. Он, между прочим, тут сухари твои грыз, вон там, которые у тебя стояли. Вон там сушеные. Я смотрю, залез хрустить там. На которые, на это, напротив него у тебя стояли маленькие такие. На сушу. А твои сухари он тогда не грыз? Какие? Твои. Он подумал, что это... Китик. Галушки. Квадратные. Галушки. Будете плохо себя вести, будете галушки собачьи есть. Или наоборот их заслужить. А он как раз у нас и не привычен с хлопом корму-то. Он же привычен к каше. Ну, нормальный кот. Видишь, он не ворчит, ест Юрин хлеб. Все. Что он любит? Он сейчас бросит и все. Он так. Да нет, он поел, он ест. Он думает, что у меня вкуснее, чем у него там в миске. У него там с рыбой каша сварена. Он там высматривает мышку, видать.